На Кипре приведен к присяге новый министр финансов страны Харис Георгиадис. До своего назначения Георгиадис был министром труда и замминистра финансов. Он сменил Михалиса Сариса, который во вторник подал в отставку. Сарис мотивировал это началом работы специальной комиссии по расследованию обстоятельств, которые привели страну к экономической катастрофе. «На нас лежит огромная ответственность», — говорит Георгиадис. «Люди ожидают от нас многого. Мы должны сделать все возможное, чтобы спасти нашу страну и справиться с кризисом». Сегодня пришло сообщение о том, что Международный валютный фонд намерен предоставить Кипру в рамках помощи кредит в 1 000 000 000 евро. А во вторник вечером движение «Проснись, Кипр» провело акцию протеста у здания парламента. Манифестанты выражали недовольство финансовым соглашением, подписанным властями Кипра с Тройкой, Еврокомиссией, Европейским Центробанком и МВФ. Демонстранты сожгли флаг ЕС и фотографию Ангелы Меркель. По мнению одного из них, кризис фактически уничтожил Кипр.